так, блядь, я уже заебался кататься, ну вообще. Скажи, ты вот устаешь долго ездить, в принципе? Не то, что не устаю, кайфа не получаю, как раньше, понял? Нет, вообще, ну вот нам штрих говорил, типа, ездят даже старички, которые по 6 лет ездят 15 минут, там или 30, а 100. Не, смотря в каком режиме едешь, если ты реально едешь, рискуя жизнью по городу, там, блядь, такое именно, знаешь, тест-драйв, блядь. То тогда да, тогда морально устаешь. Приходишь на тренировку, нихуя, блядь, не можешь делать, понял? А если вот в таком режиме, нихуя. Вот, оно больше как-то... А тут хрен его знает. Ну, когда на заднем катаюсь, точно не устаю. Когда по городу толпой летаем, блядь, тяжело вот это, зрение напрягается, вот это машины объезжать. А ты не устаешь в машине сидеть и втыкать просто? Может, погоняешь с кем-то? А с кем? Может быть, смотри, на 11 тысячах начинает дергать, понял? И вот где-то на 10,5 начинает дергать, ну не так как-то ехать, не то, что сильно дергать, знаешь. И потом на 11,5 опять все заебись, понял? Далее промывку инжекторов, может. Мыл, свечи менял, катушки зажигания мне. Я одному доктору отдал, не могли найти проблему, так бенз, и не нашли. Как бенз не хватает, что-то такое, да? Да, типа как бенз, уже бензонасос помыли, почистили, продули. А поставь новый бензонасос. Возьми просто у Кулибиных, поменяй, попробуй. Ты думаешь, да? Да, погнали, да. Поехали на заднем покатаем. Кататься на машине? Блять, с Porsche. А остальных всех вырвешь? А сколько здесь лошадей? 270. Что? Его? Зачем? Вот, блин. Ехать будет? Да нафиг надо, блин. А? Лучше, да. И не надо этих тюнингов, блин. Джек, поехали на заднем. Поехали? Не, мы на заднем. На заднем? Поехали.